Ноябрь 1812 года. Наполеоновское войско отступает с белорусских земель. Несколько французских понтанеров пожертвовали собой ради установления переправы и отправились вплавь через реку в минус 20 градусов. Ценой жизни они спасли многих своих солдат, и сегодня в их честь устроен заплыв через Березину. Тут, можно сказать, все с меня и начиналось, когда от этого все дело. Ну, мы плаваем давно, у нас клуб «Каяк». Мы каждое воскресенье, все праздники плаваем. Плавайте, это сильное оздоровление, это моржевание, голодание. А в центре Борисова войско французских и русских солдат 19 века марширует бок о бок. Здесь собрались реконструкторы из разных регионов Беларуси, а также России, Польши, Литвы и Франции. Всего в параде приняли участие более 500 человек. Затем действие перенеслось на поле боя. Реконструкторы продемонстрировали, как проходила битва на предмостных укреплениях под названием «Батареи». Нам очень нравится, потому что это в нашем городе, и мы этим гордимся событием. Можно прям видеть, чуть ли не трогать, чувствовать запах. Это очень такое вовлечение прямо в событие. Это живая история. Мы показываем обычным людям, нашим туристам, которые вот в том числе и сейчас здесь находятся, о том, что и Беларусь была разной, и жители Беларуси были разные. Наши земляки видят, как выглядели в то время воины, белорусы, которые сражались и на стороне Наполеона, и на стороне российского царя, да? И когда мы проводим здесь реконструкцию, в конце мы всегда обнимаемся, пожимаем руки и говорим, что всегда белорусы отныне и впредь будут вместе.